Куда выбросить отслужившую бытовую технику, мебель или батарейки? В регионе начали установку мегабаков, которые помогут жителям избавляться от ненужных вещей без вреда для экологии. В Люберцах специализированную площадку разместили на улице Красногорская. Макулатура, пластик, батарейки, бытовая техника. Мегабак поможет расхламиться жителям и утилизировать то, что обычно вызывает вопрос – куда это деть? Большая площадка пока только ждет специальные контейнеры. Баки поставят 1 августа. В рамках поручения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области на территории городского округа Люберцы вводится как новшество – мегабак. Он из себя представляет контейнерную площадку с оборудованным местом для волонтера. Волонтер будет следить о том, чтобы люди, кто приезжает выкидывать мусор, не выкидывали то, что сюда не предусмотрено. Здесь она предусмотрена именно для сброса бытовой техники и крупногабаритного мусора. А то, что не досмотрит волонтер, увидит большой брат. Камера видеонаблюдения будет следить за порядком на площадке круглосуточно. Мегабак разместился рядом со старой контейнерной площадкой у 3-го дома по улице Красногорской. Данная контейнерная площадка также останется. Она предусмотрена для сбора ТКО, твердокоммунальных отходов. Сюда, на мегабак, эти твердокоммунальные отходы бросать нельзя. И что особенно важно, мегабак не повлияет на цифры в квитанциях жителей. Все обязательства за вывоз отходов на себя берет муниципалитет. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ,